Всем привет, зрители канала Turkish People. Гуляю вдоль моря, пока еще не разделась купаться, Анечка моя купается. Сегодня уже несколько раз сюда приходили, потому что в отеле это раз-два, идти на море очень близко. В общем, какой хотели пляжный отдых, мы получили. Я чувствую, расслабились, давно мы не купались. Последний раз я купалась в ноябре в Анталии. Потом у нас стало холодно там. Это классно, что придумали, что можно поехать куда-то еще. Чем было бы желание, а лето у тебя может быть в любое время года, и не только летом. А да? Я полностью окунулась в море. Папа говорит, ему холодно. Да, вода не очень. Не очень, он ходит, ракушки собирают. О чем хотела в этом видео поговорить? Не только про территорию отеля вам показали, всякие разные вещи показали. Извините, можно очки надену? Вот, то есть очень яркое солнце светит. Хотела просто ваше мнение. Мое мнение такое, что отдыхать надо с детьми. Потому что есть у нас люди, которые говорят, нет, пусть дети с бабушками, дедушками остаются, а мы хотим жить, мы поедем отдыхать. А я вижу очень много с маленькими детьми. Даже когда лечу в самолете, и дети там капризничают, я никогда не злюсь. Думаю, ну молодцы какие родители, сами поехали отдыхать и забрали с собой ребенка. Если они считают это нужным, взять с собой. Вот и мы всегда детей берем с собой, мы их не разделяем. Вот ты поедешь, а ты не поедешь. Даже Андрей, которому станет 18 лет уже через несколько месяцев, в июне, и то мы всегда будем говорить, ты хочешь с нами поехать? Ну и что, что он 18 лет, ну и что, что он типа взрослый. Просто у него появится больше личных возможностей, он сможет без нас куда-то поехать, то есть без нашего согласия, которое надо было бы оформлять. А так в остальном, ну так же, пока не станет совсем-совсем самостоятельным, так же мы будем говорить. Хочешь поехать с нами? Девушка. Хочешь пойти с нами? Да, и супчик. Ты мне ракушки хочешь предложить? Девушка. Мало, мало, на бусики не хватит. А что, а прикрепим, что ли? Да. Вот. Поэтому мы всегда вместе с детьми. Чтоб нам не говорили, что вот мы так с ними нянчимся, вам бы вдвоем с Юсупом поехать. Вот то, что живем в отдельном номере от детей, ну, такое иногда бывает. Это тоже хорошо. Но у нас и в квартире есть отдельная комната, как говорится, закрывающаяся на ключ. То есть не в этом дело. А все равно мы чувствуем, что мы близко. И дети это знают, что они всегда с родителями. То все самые красивые, самые интересные моменты мы проживаем вместе. И будут воспоминания у детей о наших поездках, о нашем том времени, которых мы были вместе. И даже вы себя вспомните, что вы больше всего запомнили с родителями. И очень хочется, чтобы этих воспоминаний было как можно больше. И на горке я с ними катаюсь, вон, и даже вот здесь, вот и в бассейне и плаваю, и куда-то могу залезть с ними, стараясь поддержать. Ну или самое даже первое. Бегом, и все за мной, если что-то боится. И суп более такой вот осторожный, более спокойный, более вот уравновешенный. Ну и не каждый раз он куда-то пойдет. Может, чего-то он даже боится. Ну, конечно, не скажет, что боюсь, просто он говорит, я не хочу. Ну, и что? Нам все вместе рядом сидеть? Нет. Ну, мы идем без него, и это нормально, все у нас хорошо. Просто я не снимала его рядом, думаю, ну, как бы, ну, чтобы у нас не были одинаковые видео. Мы видео снимаем и для себя, и для вас. Ай-яй! Хорошо, я вот сейчас пойду купаться. Просто я тебе говорю, что-нибудь красивое нашел мне. Где ракушки? Аня забрал. Аня забрал. Вот другой девушка. Вот она. Вот она. Владимир вчера вот такую огромную ракушку нашел. Вот таких фиолетовых у нас в Турции нет. Вот такие у нас есть. Вот таких огромных нету. Как вот у меня в номере теперь лежат. Не знаю, можно отсюда их вывозить или нельзя, но две штуки огромные есть. А в Африке ты отвезешь, вот тебе там один яйца получаешь в магазин. Вот туристы покупают туда. Вот шутник. Вот, там деньги нету, потому что вот. Ну, конечно. Ты мне что-то купить хочешь? Да. Зачем купить?
Зачем купить? У меня такой ЗАГС есть, как дивер. Вот шутник. Ой, да. Ладно, пойду тоже купаться. Спасибо вам всем, кто поддержал нас добрыми словами, кто пожелал нам много всего хорошего, очень приятно вам. Да, то, что мы живем в Анталии, живем в курортном городе, это не означает, что мы постоянно в отпуске. Там мы работаем, и там живем, дети ходят в школу. То есть это постоянно однообразное место, где ты все знаешь, все видишь. А поездка куда-то в новое место, это что-то, это вау. В отеле, наверное, по Анталии мы наездились. Мы были за последние 3 года в 16 отелях. Ну, не только в Анталии, я просто все посчитала. Не то, что перерыв надо сделать, но какие-то новые эмоции. Мне кажется, это нам удалось. И вы тоже слышите шум моря. Он действительно, он все время здесь, круглые сутки. Ты выходишь на балкон, тоже его слышишь, шум моря. Какой камень нашел? Хотя, казалось бы, шум моря, он везде одинаковый. Ну, здесь воздух другой, запах другой. Более сухой воздух. А, Египте время осталось. О! Что-то мне принес. Египте время. Это я им сказала, поиграй с детьми. О, вот здесь не ходит, собирает. Наталья, видишь? С дырочкой? Ага. Нет, это смотри, это видишь, окошко к ракушке прилипло. Не знаю, кто прилипло, но точно не это туда. Ладненько. Смотрите, я кусочками вставляю разные наши моменты, вот и сегодняшнего дня, и каких-то других дней. Просто какие-то фильмы про нашу жизнь, про вот турецкий сериал. Турецкий сериал «Поехал в отпуск». Давайте, смотрите на спасибо, нам очень это приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся. Смотрите, на берег выкинул. Да, морскую звездочку. Вот она какая. Здесь совсем не глубоко. Кому хочется плавать, можно пройти дальше. И ракушек здесь много. Смотри, какие фиолетовые. О. Белый-белый песочек. Красиво. Я не побоялась, взяла ее в руки. Она оказалась белого цвета, покажи. А я думала, они будут красные. И еще здесь вот посередине такая мягкая. Включили горку. Горка – это радость для детей. Опа! Скажите, а вот здесь 140 сантиметров? Да, вот здесь вначале. Не так и глубоко. Плюс по 40. И тут сидит спасатель на всякий случай. Какая интересная птичка прилетела сюда. Прилепились к бортику мои. О, а здесь стоять можно, не утонешь. Привет, привет. Выглянуло солнышко, поднялось выше над отелем, и сразу бассейн потеплел на несколько градусов ощущение. В номер, заправленная кровать, принесли нам воду. Сувчик вышел на балкон. Да, очень красивый вид отсюда. С противоположной стороны у людей, кому достались номера, нечетная сторона, вид на город. И там рассвет всегда шикарный. Все чисто убрали и поменяли мокрое полотенце. Вот у нас одно было очень сильно мокрым.
Приятно, чисто в номере. Мы проходим мимо номера, который убирают. Отсюда выселились. У них вид на противоположную сторону, на город. Смотрите. У нас вид на море, а здесь на город Шарджа. На высотке. Именно вот здесь можно посмотреть рассвет. Ярко-красный, все так красиво. Ой, я вижу колесо обозрения. Смотри, пешком даже недалеко здесь. Вот. Привет, привет. А то говорят, что ты с нами не ходишь. Куда потеряли Юсуфа? Да мы просто поделись, иногда ходим видео снимаем, чтобы у нас что-то разное было. Так мы ходим. Ресторан вместе. Не дают жить, номер не дают жить, спать не дают жить. Сейчас море пойдем, опять жить не даст. Как я могу? А что подразумеваешь под этим? Я давай, просто давай. Говорю, пошли, пошли быстрее, туда надо, сюда надо. Получили полотенце. И пошли. Андрей придет позже, у него свои увлечения. Тот человек отдыхает, что хочет уже взрослого. Самую жару пробыли в номере. Опять звонить мне Денис Банк. Сегодня там 15 раз звонил. Зачем звонить мне, не знаю. Человек в отпуске. Кто хочет пригласить это рекламное агентство в лифт? Рекламе-то вообще. Ну, куда пойдем? Давай на море, давай. Пойдем на море. Потом прикрывается, куда приедет. Сегодня ветер, и после обеда волны стали более сильными. Надо заходить с разбегу, как Аня. Не холодно, иначе бы детей не пускали в море. Ну, конечно же, не жара, не 30 градусов. Опять строят. Куда бы ни приехал, и этот малолетний строитель, он тут же копает. А что, папин работу руку хочешь собирать? Да, нет, он, видишь, он большие коммуникации строит. Ему и инструмент не надо, сам копает. Да, они ему помогают. Мы с тобой пойдем купаться, мадам. Пойдем купаться. Ты сейчас настоящий Тарзан увидишь, папа. А? Я-то точно зайду. Чего? Папа, а ты уверен, что можешь зайти в воду? Давай. Давай. А кто быстрее зайдет в воду? Пошли. Сейчас спорим. За сколько? Подожди, подожди, за сколько? На сколько ракушек? За сколько? А может, за 10 ракушек? 10? Ага. 10 я не забрал. 10 фиолетовых ракушек. Фиолетовых? Да. Думал, что тебя искать буду, что ли? А ты уже сразу готов проиграть? Когда на 2 дирхама? 2 дирхама? Мало. 5? Проси там побольше, больше цифры. Побудем богатее. Она просто думает, что сколько у нее есть. Правда, она точно войдет. Она купалась. Папа, тебе каждую неделю сколько деньги даст? Иди сюда. Это пошли там турецкие миры. Я понимаю. А я хочу где-то там. Иди сюда, иди. О, так нельзя, а? Так нельзя. Алло. Ну, давай. Вперед с разбегу. Два. Холодно. Холодно.
Холодно. Я сегодня мерила, было 23. Холодно. Ты чё, ты обманщица, а? Ты обманщица вообще. Ты меня не ждал. Я 40 лет человек. Ты должна была немножко назад. Окей. Давай. Вот, пожалуйста. Спорил. Давай. Ай. 3, 2, 2,5. Куда? Нельзя так. Давай. Раз. Два. Три. 2,5. Три. 4. Давай. Ну давайте, и мы с вами. Идешь далеко, все еще мелко. Окунайся! Она выиграла, конечно, молодая. Ты мне должна быть 5. Это ты должен. Пока-пока. Я старый. Пока-пока. Я старый. Ты мне должна 5 дирхам. Говорились, да? Ты что, как ты так? Ты не прошел. Ты молодая. Ты не прошел. Во, Аня уже здесь. Ты должна была 20 метров назад, чем меня. Какой 25 метров? Да, я 40 лет. Ты сколько лет? Ничего. Ты сколько лет? Ничего. И вот, я выиграл, значит, ты меня должна быть 5 дирхам. Говорят вот так. Это я выиграла 5 дирхам. Так. Потом. Хорошо, 5 дирхам. Не надо, 2 раза посмотрим. Пойдем. Два раз поцелую. Сам, ты со мной спорил. Папа всегда выиграл. А я знаю, что ты не выиграл. Хорошо, тебе обещаю, дам. Аня, я выиграл. Смог. Она вот так. Я выиграл. Это ты обманываешь. Я выиграл. Давай еще раз, я не видела. Я видел, все народ. Я не видел, давай еще раз, давай. Страшным народом. Давай еще раз. Я не видела, давай. Раз, два. Вот. Давай. Видишь? Что? Либо два раза поцелую, либо пять. Как это? Как деньги будут? Дирхам? Либо пять даешь, либо два раза поцелую. Давай, я не видела, я не видела. Не зафиксировали. Не зафиксировали, рекорд не зафиксирован. Давай, Аня. Куда? Сюда. Еще. Сейчас видел, девушка, смотри. Turkish people, сейчас. Давай. Она где-то есть, я где-то. Видел? Вот. Либо два раза поцелую, либо 5 дирхам, пожалуйста. Так, давайте мы еще раз пройдем. Куда? Нет. Я не проиграла. Я не проиграла. Давай поцелую сейчас. Тебя? А мы сейчас в бассейн пойдем. Ты переиграешь и выиграешь. Со секрет канал Папа Ису. Переходите по мне. Обманули, да? Вот. Жалко, 5 дирхам не забрал, но 2 раза поцеловал. У меня было 5 дирхам. Вот, надо быть в жизни хитрым. Спорить надо. Смотри, Аня. Оп! Что такое это? Там ничего нету. Рыба опять. Какая
как нету тут никакой рыбы. Вкусно, если бы видел, кусает. Тут нет никакой рыбы, почему у меня никто куда не кусает? Знаю. Нет никакой рыбы, все нормально. Опа! Все, зафиксировали. Конца января купаться. Хорошо. Да, первый раз такой в жизни. Обалденно. Счастливый. Пацана, счастливый человек. Вообще не сможет смотреть. Соревнования хочешь? Какое? Я выиграл, Аня переиграл. Нет, это я выиграла. Смотри. Обманщик. Смотри, я здесь. Мои игры меня видишь, что ли? Папа, смотри. Здесь, моя игра меня дели, что ли? Да. Ты игрушка собрал? Вот, вот. Владимир, смотри. Айн, свальт. Рыба. Потом я тебя ем. Тут нет рыбы. Есть. У тебя на ужин будет рыба. Да, я ем. Такой соленый вода. Нет. Папа, летом гораздо больше соли. Нос открыли сразу. Летом больше тут соли. Нос снизу открылись. Мам, помнишь, мы здесь были летом, здесь было, ой, какое соленое. Да, да, сейчас менее соленое, это тоже я тебе скажу. Ощущение. Очень соленое. Как турецкий соленый семечки. Все равно тут сказал про Турцию. Как да. Без этого? Если здесь там что-то перекусить надо, да, соленое? Немножко вода. Ага. А тут нельзя. А? Тут нельзя. С тобой нести можно. В комнате, короче, вот так, вот так. Владимир, как тебе вода? Владимир, понравилась вода? Привыкаешь. Сначала кажется холодно, потом а привыкаешь. А я два раза обмыла. Видите, ему понравилось. Самое главное заставить тебя войти. Но сегодня ветрено, и вон какие волны. Я вчера не могла зайти в море, мне казалось холодно. Дэнс. А здесь в волейбол играют, я смотрю. Вот так побродить, это тоже релакс. Каждый занимается тем, что ему нравится. Стену уже построили. Я жду, когда будет отлив нормально. Вчера море очень далеко ушло, и мы вот как раз здесь ловили крабиков. Ловили, смотрели и отпускали. Они такие малюсенькие, такие забавные. Смотрите, он ест песок. Ой, можно поближе рассмотреть. Никогда не видела крабов вот так вот. Мы вчера рассказали вам, сегодня все пришли.
вот и в этом месте мы вчера также их ловили. Они здесь где-то живут, закапываются. О, а за боком ходят, видишь? Опа. Сейчас раз и спрыгнет. Нет. Покажи. Ой, какие крошечные у тебя. У меня вот тоже маленький. Давай я тебе. Давай. Ой, кудрюки у них там, пузики. Опа. Да они просто притворяются. Видел когда-нибудь крабов вот так близко, да, малюсеньких? Да, сколько я видел. Все, и да. Поплыли. Смотри, поплыли. Смотри, сейчас они побегут как. Смотри, смотри, смотри. Видишь, как они бегают? И закапываются. Давай их и плечи. Опа. Все, видишь, шевелится, шевелится. Вот, все, все, все умерли. Не, почему? Не-не-не, все, все, ладно, все. Это только в прилив бывает. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И продолжайте нас смотреть. Продолжение обязательно будет. Мы здесь что видим, вам показываем, вам атмосферу. Солнце клонится уже к закату. Видите, как ушло далеко море. Я не могу их дозваться. Они охотятся на крабов. Поймают, отпустят, ищут следующего. О, дети и игра, да? Дети и игра, да. Что делать? Пусть играется. Давай, садись.